Всем привет, дорогие подписчики. Вот решил вам показать одну из моих машин, которую я никогда не продам. Не из-за того, что она там поломанная или плохая, а просто из-за того, что решил ее оставить себе. Это Mercedes CLK 55 AMG. Достался он мне не так давно. Ну, уже, наверное, месяцев, наверное, он у меня 8, вот так. За это время я на нем, я не знаю, может быть, отъездил от силы, может, максимум, не знаю, может быть, миль 400 где-то. То есть, эта машина такая мне выходного дня. Да не, наверное, она уже годик у меня, да, уже годик. По машине, конечно, еще очень много недоработок, но это все время. Конечно, хочется и морду обновить. Вот здесь еще бардаки, это я такую купил. Ехали здесь. Сейчас уже у нас скоро наступает весна. Решил его переставить, завести. Как раз поубирать внутри, попылесосить. Пробег здесь уже, ну, для этой машины не такой большой. Вот надо водички долить. Там мне уже, по-моему, 190 тысяч уже. 191 тысяча. Дальше, видите, все, ни одной ошибочки, ничего не горит. Проблемы были по коробке я здесь сделал. По мотору там тоже, ну, такое, мелочи, в принципе, были по мотору. Давайте, кстати, посмотрим на мотор сейчас откроем. Стоят оригинальные колеса. Я их обратно поставил, эти оригинальные моноблоки. Я одно время поставил автомаркетовские, такие очень на низкопрофильной резине, но, блин, поездил, мне вообще не понравилось. То есть вид крутой, но мягкости вообще никакой нет. Нет еще рокер-молдингов. Вот моторчик. Вот такой. Здесь, скорее всего, у меня, я думаю, проблемы с буром, потому что он чуть-чуть, слышите, да? Вот такой чуть-чуть подбывает. Это все, в принципе, мелочи. Там линзы надо будет поменять. Но это машина, которая все. Я уже ее продавать не буду, не хочу. Здесь чистый тайтл на ней. Она никогда не была втоталенная, ничего. Ездит он хорошо, меня устраивает. Ход отличный. Машина, в принципе, бодренькая. Вообще классная. Так что это у меня машина, она как Карлсон. Помните мультик, как малыш? Я тебя не продам даже за 100 тысяч миллионов. Вот, как-то так. Вот такая вот тачка. Так, кстати, кто ждет видос про Subaru, сейчас вот как раз спойлер такой сделаю. По Subaru сейчас все я здесь собираю, вычищаю. Вот. Это то, что получилось. Это какой-то мусор. Это я здесь герметиком замазывал. Видос выйдет немножко не скоро. Мне еще на ней надо по механике кое-что сделать, найти причину, и тогда уже видос выйдет. Так что вот, видите, конечный результат. И кто смотрел, помните, как было до этого? Ладно, все. Так что вот такой. Таких уже Мерседесов осталось даже в продаже немного, именно двухдверных. И с таким мотором. Их уже мало у нас. А, так бы еще хотел добавить. Здесь полностью все сток. Здесь все оригинальное. Никаких доработок я делать не собираюсь. Вплоть до того, что здесь даже стоит еще старое оригинальное стерео. Вот, я через Bluetooth музычку слушаю, то есть больше кайф слушать мотор, ездить и все. Я даже не хочу сюда какую-то стереосистему ставить. То есть максимально эта машина уже, она уже подходит, наверное, к возрасту классики. Все-таки как бы 2001 год, уже машинка уже к тридцаточке идет, поэтому нельзя в нее ничего такого пихать. Посмотрим, может, даст Бог, она в моих руках будет лет 15-20, да еще и будет каких-то денег потом больших стоить. Ну, я, конечно, не из-за этого храню, просто из-за того, что вот мне она нравится и все. Еще у меня есть один 123-й Mercedes, я его, по-моему, снимал в каком-то из видео, но я забыл за него, стоит он у меня там на бэк-ярде. Вот если интересно, то можно будет его завести, посмотреть, что там с ним. Так что пишите в комментарии, если интересно. Снизу он абсолютно полностью целый, там нет вообще ржавчины, нигде не гнилой, поверьте мне на слово. Может быть, как-то буду что-то на нем делать, покажу снизу специально. Вообще, все четко, ни арки, нигде ничего не гнилое снизу, весь полностью целый. Так что, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео, до новых встреч!